Всем привет-привет, меня зовут Ринка, вы на моем канале. Мы сейчас дома, вот. Мама с папой у нас уехали в Казань, в Икею, вот. Купить мне кровати, шкаф. Вот, мы с Настей дома, и к нам приехала бабушка, потому что мы дома одни не сидели. Вот, мы тут спим, значит, а бабушка там уже у нас дома. Вот. Вот, мы, короче, сегодня спали. Вот, сейчас вот я буду заправлять наши постельки. В общем, ребята, я забрала постельку. Вот такая вот красота. Настя забрала. Вот. Сейчас переодеваемся. В общем, я иду завтракать. В общем, мы покушали. И сейчас я буду рисовать. В общем, в итоге я не порисовала. Что с моей прической? Ну, ладно, неважно. Мы сейчас одеваемся гулять. И у Насти, кстати, вот такой костюм вчера бабушка подарила. Вот. В общем, ребята, мы сейчас дома. Мы пообедали и пошли гулять. Вот сейчас мы погуляли. Кому они вообще комнату, думаю, это видно. Вот. И в течение этого времени, когда мы обедали и собирали гулять, у меня произошло небольшое путешествие в Украину. Я, короче, типа такая, мне нужно... Я хотела сделать рекламу. Я решила предложить. Я ищу в Инстаграме. Там, кому я собираюсь сделать рекламу. Вот. Я такая нашла. Пишу. Я не посмотрела, что это тут магазин Украины. Я написала, здравствуйте, я предлагаю вам, вот. И, короче, мне потом... Я знаю, это смотрится тупо, но не важно. И, короче, я... И что, я бесплатно хотела сделать рекламу. И я такая, типа, все, нормально, пишу. Написала. Хочу посмотреть профиль. Смотрю профиль. Вижу, там не по-русски написано. Такая, ёпперес, это я читаю название, и там... Украина. Я такая, круто! Вот. Все удалила, мне пишет, здравствуйте. А, доброго дня. Я такая, здравствуйте. И такие, ну, на украинском языке пишут. Типа, я потом через переводчик приводила, да, Вероника Мастер. Вот, там они пишут мне, что, типа, у вас есть какие-то вопросы по косметике? Я такая, я не ответила, типа, нет, у меня нет вопросов. Я ответила, типа, это, я сказала, типа, а у вас есть русский аккаунт? Они такие, опять по-украински писали. Пишут... Можете посмотреть вот это. Вот. Вот. Поищите вот это. Я такая, спасибо большое. В итоге я нашла русский аккаунт. Я писала еще раз спасибо большое. Вот. И вот так вот, вот такое вот у меня получилось путешествие в Украину. Всем привет вообще. Оттуда и отсюда. Щеки горят. А сейчас мы будем пить чай, и я буду рисовать. Ребята, мы сейчас покушали. Вот. Сейчас я... Что делаю? Я сейчас иду мыться, точно я же иду мыться. В общем, ребят, я вас всех очень сильно люблю. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я всех очень сильно люблю. Всем пока-пока!